В Сирии начал действовать режим прекращения огня. Гарантами соглашения между правительством Асада и повстанцами выступили Россия и Турция. Армия Асада продолжит бороться с ИГИЛ и группами, связанными с Ан-Нусра. Свободная сирийская армия, которую поддерживает Турция, находится в оппозиции к режиму Асада. Ее представители соглашения о перемирии подписали в надежде на гарантии, данные Москвой. Договоренность о перемирии – реальный шанс для политического решения в Сирии, которое положит конец кровопролитию и заложит основы будущего страны. Прекращение огня распространяется на всю территорию Сирии и затрагивает все вооруженные группы ССА, воюющие в Сирии. В ходе переговоров российское правительство гарантировало нам, что оно будет контролировать вооруженные силы режима и его союзников.